Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Прошел 71 год с начала Великой Отечественной войны. Мы знаем о войне только по книгам, по фильмам, по рассказам наших дедушек, бабушек. И все меньше и меньше остается людей, которые действительно помнят те самые страшные дни для нашей страны. Но посмотрите, сколько оренбуржцев самых разных возрастов пришло сюда. Они пришли, чтобы зажечь свечу памяти о погибших и о тех, кто пережил самую кровопролитную войну в истории человечества. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для чего вы сегодня сюда пришли? Ну, мы пришли сегодня сюда, чтобы вспомнить наших ветеранов, которые участвовали в войне, чтобы отдать им должное. День памяти. Мы должны помнить наших предков, дедов, которые защищали нас, держали честь, отвагу, родину отбили. И мы должны поддержать, мы верим в них, помним их, скорбим. Ну, сегодня день, дата вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Здесь я в памяти об убитых, погибших в этот трагический день в истории. Сегодня традиционно уже проходит акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня в двух местах, на проспекте Победы, на улице Советской, пройдет шествие памятное со свечами для того, чтобы вспомнить тех, кто участвовал, погиб в Великой Отечественной войне. Мы пойдем нести свечки, чтобы не забывать, кто был на войне. И чтобы сверху они тоже знали, что мы их не забываем, и что мы их любим, и что они самые хорошие, что сделали нам такой мир.